А! Господи, ты чё на меня смотришь? Я обосрался, я испугался, я не ожидал. Ага, тварь. Ага, тварь! Понял, тварь! Лекси, тварь! Поздно среагировал чуть-чуть. Ой. Привет. А вы чем тут занимаетесь? Мое новое прохождение смотрите, да? Ну что ж, ребята, всем привет, с вами Накид, и сегодня с вами продолжаем играть в игру под названием Five Nights at Freddy's Just Вторая Ночь. Я надеюсь, что вам понравится эта игра. Я прям искренне фнафер, я обожаю фнаф, и, наверное, здесь есть фнаферы, которые меня смотрят и угорают надо мной, потому что, ну, это было смешно, ну, согласитесь. Значит, маски не сошили еще, не купили подходящий материал, но это уже скоро. Все скоро. В общем, на моем канале уже 82 подписчика, ребят. 82 подписчика, ребят. Вы только вдумайтесь, на моем канале уже 82 подписчика. Я понятия не имею, я не выжу своей вебки здесь. Поэтому я надеюсь, что она влипла, потому что разрешение у именно этой игры очень плохое, потому что она старая. В общем, я буду надеяться, то, что вам все нравится и так далее. В общем, я не буду сейчас тянуть. Как вы поняли, я снимаю на свою вебку мелкого шпидера, который будет меня снимать на протяжении долгого времени. У него хорошее качество. Я его купил за 1200 рублей, но это уже реклама. В общем, мелкий шпидер будет меня снимать везде. Да, его зовут Шпидер. Ну что ж, вторая ночь. Погнали. Я буду надеяться, что все нормально. Если я сделаю вот чуть-чуть вот так, то будет нормально. Погнали. Так, значит. Сейчас будет загрузка. Я знаю, что я выгляжу как дебил, потому что я неплохо растел сегодня пальцы. Да, это был натуральный хвост. Я умею хрустить пальцем, прикиньте. Так, как я до сюда давно не опускался тоже. Так, Бонни уже нет, куда-то ушел. Вот он. Фоксянчик не выглядывает. Да чё? Привет, привет. А ну, если ты слышишь это, значит, ты второй день на работе. Поздравляю. Да. Я не стану. Ты хотел сказать, что я все еще жив? Так как Фредди и его друзья становятся активнее с каждым днем недели. Было бы неплохо проверить камеры в то время, пока я говорю. Просто чтобы убедиться, все ли на своих местах. Знаешь, факт в том, что Фредди чаще всего не сходит со сцены. Я слышал, что он становится более активным в темноте. Ну, я рекомендую тебе тратить поменьше энергии. Договорились? Я не могу не рассказать о том, насколько важно освещение за дверью. Имеются места, которые не видны с камер. И эти места как раз и находятся за дверьми. Так что, если ты не можешь обнаружить что-либо на камерах, попробуй воспользоваться освещением. У тебя слишком мало времени на реакцию. На самом деле, ты в безопасности, я тебя уверяю. И все же, поглядывай на занавески в пиратской бухте иногда. Этот персонаж привлекателен тем, что он более активен, когда камера находится в отключенном состоянии довольно долго. Я предполагаю, что он не любит много внимания. Сам не знаю. В общем, у тебя по-любому все под контролем. Поговорим с тобой позже. Все? Все. Началась вторая ночь. Во ФНАФ я играл только пару раз, и то в первую часть, потому что я родился где-то, ну, я родился в 2008, я застал то время, когда был еще первый ФНАФ. И первую жизнь я встретился с ФНАФом, наверное, тогда и был первый ФНАФ, он же 2014 вышел, верно? Но, скорее всего, нет, когда выходила третья часть, я впервые в жизни с ним встретился. Такие дела. Окей, 76% первый час, ночь вторая. А!
Господи, ты чё на меня смотришь? Я обосрался, я испугался, я не ожидал. Я думал, он так быстро на меня не будет смотреть. Если я сейчас вот так сделаю, то он перестанет меня зырить. Перестань на меня зырить, падла, я тебе сейчас глазницы вырву, Слышь! Ну-ка нахрен. Все, понял. А! Господи. Простите, у меня просто большой звук, я не знаю, что это со мной. Если меня сейчас Бонни пугает, я обосрусь, это понимаете, да? Ты где, тварь? Он здесь. Меня Фёдор отвлёк, тварь такая. Что ты делаешь? Окей. Боняш, я тебя вижу здесь, окей. Так, Чика на месте. Так, понятно. Бонни здесь. Окей, Бонни здесь. Окей. Все, я понял, где Бонни. Что там топчешься, все? Тварь такая. Окей. Чекуся, Чекуся, ты здесь? Молодец. Это стой. Меня не мешайте. И меня не мешайте. Просто не трогайте меня. Уйдите нафиг отсюда. На, дай тейк ноти, дай тейк ноти. Ура. Страшно. Я уже давно здесь не был. И эта атмосфера, при этом то, что сейчас у меня окно открыто и ветерочек, так сказать, дует на меня довольно неприятненько и стрёмненько. Поэтому, да. Ну, 3 часа, тем временем, 2 ночь, сейчас я поедала ба-ба-ба, просто вот так вот, и все. Да. Окей, ну сейчас я реально просто легко, на изях выживу, и все. Это что было? А, Бонни, вон он стоит, тварь такая. Ты думаешь, я тебя не увижу, а я тебя видел. А я тебя вижу, ха-ха. А я тебя вижу. А я тебя вижу. А я тебя вижу. Вижу. О-о-о. Блин, так прикольно проработано. Мне прям нравится это. Вы там это меня слушаете, да? Я надеюсь, все нормально. Где ты? О, нет. Он шмигнул от меня очень быстро к лампочке. Присосался он к лампочке. Он, видимо, очень сильно любит лампочки. Ах ты, лампочка Фил. Смотри, он прям смотрит на нее. Ты что делаешь? Он смотрит на нее. Он что, ты смотришь на лампочку? Зачем ты смотришь на лампочку? Что-то Чика меня уже напрягает. Она там стоит. Остаток энергии очень мал. Я не следил, ничего не знаю. Ля-ля-ля, отстаньте, фу-фу-фу. Я, кстати, да, если кто заметил, я передвинул освещение. Вот тут, потому что здесь свет на меня смотрит, вот этот, а здесь вот этот свет на меня тоже смотрит. Такие дела. Я, типа, полностью освещен, только здесь слабее свет. Короче, мне нужно аппаратуру покупать, но я сейчас занят покупкой джойстика, а мне нужно всего лишь 100 рублей на него, который я никак не могу достать, блин, нигде. Вот, мне не хватает там до 500 рублей, всего лишь 100 рублей. А ты где, братанчик мой? Там больше не стой так долго. Ну, слушай, братан, у меня из-за тебя... А почему до сих пор 4? О, а где Чика? Кто там тюкается в морду? Погоди, Фёдор, я думал, ушел со сцены. О, Бонни нету. Так, Чика, я в курсе, где? Да, Чикуся там. А, Бонни здесь, Фёдор здесь, Чика здесь. Нет, я вот тут хочу.
Опа, кто-то перестал. Здрасте, как дела? О. А, что за хрень? Блин, братан, аж 15. 16. Все, понял. Зы, рассветить. Давай. Кто там сзади сейчас прошел меня? Да господи, где там? Понятно. Фокси почти убежал. Ага, тварь. Ага, тварь. Понял, тварь. Фокси, тварь. Такие танцы вы видите только на моем канале. Третья ночь, погнали. Охапнем сразу. Меня демон, мой мать. Ладно. Охотнем сразу три ночи. О, это был расслабончик. И охотнем, короче, сразу три ночи. И я думаю, на этом закончим. Жаль, что я могу так чик и взять. Где тут телефон лежит? Где ты здесь? Привет, привет. Эй, ты красавчик. Других людей надолго не хватает. Точнее, знаешь, они к этому времени уходят в другое место. Я не имею в виду, что в мир иной. Нет, я вообще не про это. Во всяком случае, мне бы лучше не отнимать у тебя время. С этого момента начинают твориться странные вещи. Эй, слушай, у меня есть идея. Если ты не хочешь быть запертым в костюм Фредди, попробуй притвориться мертвым. Ну, знаешь, притихни. И тогда у тебя появится шанс. Может быть, они признают тебя за пустой костюм. Правда, если они будут считать тебя пустым костюмом, то им захочется впихнуть в тебя металлический каркас. Мне интересно, как бы это работало. Эх, не обращай внимания. Постарайся просто не попадаться. Ладно, мне пора заканчивать. Увидимся за пределами. Понятно, чего свалил жрать. А, нет, туалет. Так, окей. Тихо свалил в тубзик. А, я стою на месте. Ой, Бонни стоит на месте. Я же люблю Бонни. Понял, принял. Чикусь. Ну зачем ты здесь существуешь? С этого дня начинается трэш, я так понимаю, верно? Полный трэш. Что? Что? Господи, вы что там телепортируете, что ли? А, она просто бежала очень быстро. Ты так больше не делай, не надо. А, господи. Так, я за тобой слежу. Ха-ха. Ты думаешь, я не знаю, что ты здесь? Ты ошибаешься, слушай. Ты прям очень сильно ошибаешься. Четвертая, вот самая сложная ночь, по моему мнению, это шестая. Это самая трудная ночь, ну, типа, которую нельзя пройти. Я проходил до нее. Самое интересное начнется на ФНАФе втором. Я ведь до него еще не приходил, верно? Серьезно? Че она смотрит на меня таким влюбленным взглядом, что? Наркота. Наркоту перестань принимать. Снюс перестань. Снюс нельзя жрать. Видишь, как располнилось за снюса.
Еще, блин, говорит, что есть кушать хочет. Понял, принял. Ты ушла или что? Да нет, она появилась. Странно, где она. Тьфу ты, блин. Наверное, за тебя энергию тратила. Кстати, я увидел там у нее какую-то... А, это... Понял. Угу. Большой жирный. Я бы сказал, кто, но, к сожалению, я могу ругаться только в редких случаях. Ну. Да харе. Стрёмно. Так, проверили. Сюда. Так, Бонни с лампочкой тусуется. Чика здесь. Фёдор, здесь? Нет. Фёдор, Фёдор. На кухне? Где Федяха? Кровожадные механические сраки. Так. Понял, видел. Вон он, Фёдор. Я не могу понять, где Чика. Все, Чика! Бонни! Фёдор! Ой, Фёдор! Найс. 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 Все. Офигенно. Все здесь. Понял, не смотрю. 44%, 3 часа ночи. Это очень мало. Это прямо очень мало. Как там пролагивает жестко. У меня жопа окаменела. Это плохой признак. О, господи. А зачем ты выглянул? О-о-о. О-о-о. А, понял. Ага. Угу. Я не знаю этих тварей. Не любите ли меня позапутать? Шо вон. Если честно, у меня сейчас душа скомкалась, в, как листочек бумажный. Ну ладно. Окей. Окей. Оу. Оу, май гадабл. Так, ты здорово. Просто один вопрос. Как это работает? Страшно. Поздно среагировал чуть-чуть. Fucking shit! Господи, Фоксен, я тебя забыл посмотреть. Прости ты. Господи, псина ты рыжая. Ой. Вот мудак. Вот шпидер. Ладно, окей, хорошо. Сейчас я посмотрю, сколько времени снимаем. Кстати, нужно вообще таймер ставить, но у меня сейчас телефон разряжен, и все спасибо, так знать. Ну что ж, ребят, я надеюсь, понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Стойте, стойте, стойте. Я вас не обязан об этом просить, верно? Верно. Ну, тогда, если вам все понравилось, и если вы хотите подписаться на мой канал и посмотреть за тем, что будет дальше на моем канале, подписывайтесь. До 100 осталось, по моим подсчетам, 18 подписчиков.
18 и у меня сотка. Ребят, пожалуйста, я вас умоляю, поддержите меня, если вам нравится мой контент. Ну, в общем, что тут сказать. Все, что в комментариях, есть в комментариях. Ссылочка на моего раба, так сказать, тоже есть в описании. Если хотите посмотреть, посмотрите. Ну, а с вами был Накид. Всем бай-бай и удачи!